Всем привет, с вами Ольга Чернова. Сегодня я вышла в огород, чтобы показать, как переносят сибирские сорта Демидов и Настенька жару. Жару неимоверную. Сегодня у нас в Алтайском крае, в городе Бийске именно, 27 градусов тепла. И если я раньше боялась, что в тоннелях мои саженцы замерзнут, то теперь боюсь, что поджарятся. Мы вынесли на улицу уже 2 дня, как у нас и перцы, и томаты. Вот индетерминантные, видите, которые высокие, вообще завалились от жары. Но все равно я их не заношу, полью, встанут. Тут у меня и перцы, и все. А мы сейчас пройдем в теплицу и посмотрим, как чувствуют себя высаженные туда сорта томатов сибирские, которые уже сидят там 2 дня. Так, это вот все рассада, посадки у нас. Я освобождаю теплицу для высадки остальных сортов. Вот это пустая часть. Но в этой части мы можем наблюдать, как чувствуют себя Демидов и Настенька. Если на улице 27 градусов, то все знают, что здесь за 30 в теплице, а может даже и под 40. Но даже при малейшем рассмотрении никаких признаков увядания я не вижу. Ни один кустик высаженный не поник, ни один листик не повял. Как они вчера стояли, вот вчера утром я их высадила, так они все и стоят. Выносят жару неимоверную, поэтому некоторые люди, которые хотят заказать сибирские сорта из южных регионов, я вам сказала, летом я вам покажу, но сейчас вот уже предоставилась возможность, вы видите прекрасно, что они даже не подвяли. Вот уже видите, вчера высадила, начинают зацветать. Как только зацветут, через месяц можно ждать уже урожая. Так что эти сибирские сорта, ну не только Демидов и Настенька, завтра вот буду высаживать алтайский сюрприз, жаростойкий, болезнеустойчивый. Они выносят не только пониженные температуры, но и повышенные, потому что они специально выведены для, ну как, получения урожая в неблагоприятных условиях, в любых, и в холодных, и в жарких. Но тут даже лишних слов не надо, всем видно. Жара, стоят растения, никаких признаков пересадки, что вот они даже не болеют, ничего, все. И жара сегодня ужасная, потому что в теплице накаляется, мы ничего, никакой слой не ставим, не делаем, не закрываем, потому что еще рано, лето не было. Наоборот, ждали тепла, но вот теперь дождались 27 градусов. И вся рассада остальная, конечно, повяла. Но сибиряки стоят как живые. Вот все эти сорта, семена будут у меня в продаже. В прошлом году кто покупал, тот знает. Кто не брал еще и не садил у себя никогда сорта сибирской серии или серии северные овощи, наблюдайте все лето. Я буду показывать и как они жару переносят, и как холод, и какие плоды, и как, что у них упрощенный уход за ними. Выставлю каталог осенью со всеми наименованиями вот этих новых современных сортов. Заказывайте сорта. Как заказать семена? У меня стоит статья на моей странице в Одноклассниках в статусе. В Одноклассниках меня найти очень просто. Ольга Чернова, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. До свидания. А я пойду дальше выращивать свою рассаду, чтобы все, кто в этом году уже записался в очередь, получили качественные, здоровые семена, и чтобы смогли вырастить такие же красивые, толстые, хорошие кустики томатов и получить, конечно, урожай. Для этого мы и стараемся, проливаем 7 потов. До свидания.